Да, еще один момент. Сразу хочу сказать, что моя реакция может быть не соответствующей действительности, потому что ваши лендинги вы прислали, естественно, без Яндекс.Метрики, без какой-либо вообще, без каких-либо счетчиков, поэтому я не могу сказать точно, нормально ли работает то, что у вас сделано, или ненормально. Я просто буду делать по наитию. Конечно, я так обычно не делаю. Обычно я сажусь и проверяю все, начиная с метрики. То есть от метрики начинаю шагать, а потом уже начинаю угорать над лендингом, над самим. Вот. Но сегодня, раз уж у вас так много, сами понимаете, проверять метрику и прочее, это просто... Да и многие из вас просто тупо не даст. Вы не дадите свои метрики, поэтому мы особо не будем на этом заострять внимание. Так, начнем, наверное... Ну, начнем, наверное, с самого прикольного лендинга, вот как раз-таки. Это лендинг Victoria Art, изготовление изделий искусственного камня на заказ. Во-первых, что на лендинге должно быть? Я думаю, вы прекрасно знаете, что на первом лендинге, вообще на первом, есть лендинг, есть несколько экранов на нем, то есть это промотки. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. Причем, чем у вас экран больше, тем промоток меньше становится. Чем меньше у вас экран, тем промоток у вас становится больше. Многие из вас вообще над этим не заморачиваются. То есть абсолютно неважно, как женщины выглядят на лендинге. Я причем уверен, что вот эти женщины, они выглядят при любом размере очень сексуально. Да, то есть тут неважно, меньше они становятся, больше. Разницы никакой абсолютно. Ну, Пэрис Хилтон с собачкой, женщина, которая хотела похудеть, но у нее просто не получилось, и женщина Анна, которая, ну, знаете, есть люди, которые настолько добры и хороши, что их должно быть много. Вот это как раз Анна. Ладно. Ой. Начнем с самого начала. Естественно, какие косяки? Первые и самые основные. Изготовление изделий из искусственного камня на заказ. И первый самый главный вопрос, который вы должны себе задать, а что я продаю вообще на этом лендинге? Я, например, не понимаю, что человек продает на этом лендинге. Причем, начиная от, ну, вот еще соседний лендинг, такой же вопрос задается. Аэрография в Москве, нанесем рисунок, аэрографию на ваш автомобиль, мотоцикл, сноуборд и прочее. На мобильный телефон красиво распишем стены и так далее. Но ни одной картинки, в принципе, готового результата нету. Как и здесь. То есть здесь я понимаю примерно, что искусственный камень – это вот как раз-таки это столешница, наверное, так правильно сказать. Но, к сожалению, во-первых, это не настоящая картинка, это 3D-визуализация этой модельки, поэтому это не результат далеко. Поэтому первый лендинг, он должен быть примерно, ну хотя бы приближен вот к этому. То есть к результату того, что вы получите. Либо к процессу, который у вас должен быть тоже. Например, стяжка пола или установка пластиковых окон, если у вас идет все-таки установка пластиковых окон, или результат, установленные пластиковые окна. Ну, автономная канализация под ключ. В принципе, тоже понятно, что это автономная канализация под ключ. Ремонт, срочный ремонт компьютеров. Ну, то же самое, да, здесь более-менее хотя бы визуализация есть. Так, это что у нас тут такое? Юридическая помощь и поддержка должников по кредитам. Ну, здесь непонятная картинка, поэтому я соглашусь. Жалюзи Челябинск. Это я не знаю тему, поэтому сразу закрою. Ребят, уж извините, чье бы это ни было. Это SEO-сайт, кстати. Хочу розы.ру, кстати, привет ребятам из Тулы. В принципе, тоже вот более-менее приличная, начиная отсюда, приличная картинка хотя бы. То есть понятно, что это про розы сайт. Или хотя бы про цветы. Элитный алкоголь. Вот на удивление, теоретически хотя бы понятно, что это такое. Ну, не совсем, но близко.
OnePage, Web Studio, 3 года на рынке, создание посадочных страниц с уникальным дизайном. А, вот это я тоже смотреть не буду, но смысл в том, что тоже не хватает чего-то. Так, отдых на море для всей семьи, автобусные туры из Винницы. То же самое, ни одного автобусного тура без автобуса я не видел, но тут, к сожалению, они есть. Так, забор комплект, ну, забор, хотя бы забор есть. Бэби-лис, ну хотя бы плойка вот это есть. Портрет и шаржи на заказ. Портретов и шаржей на заказ на первом экране нет. Хочу напомнить, что экраны могут быть вот такие. То есть у меня экран большой, а экран может быть очень маленький. А шаржи начинаются ниже. И еще, какой же я лендинг видел сейчас? Так. Миша, сможешь мне найти... лендинг. А, да, кстати, еще не буду вот таких вот рассматривать, такие вот лендинги, которые просто тупо не оплачены услуги у них. Нету доступа, в общем, к сайту. Уж извините. Так, рулонный газон. А, вот, точно. Как перестать беспокоиться о дипломе и начать жить? Закажи диплом и спи спокойно, вот что-то вроде того. Ну, хотя бы приличная картинка тут, конечно, есть, но она на заднем фоне, и, в общем-то, это все очень выглядит непонятно. Еще сайт очень сильно лагает. Ну ладно, мы отвлеклись немножко. На первом экране все-таки я крайне рекомендую всем вам делать нормальные картинки. Пожалуйста, я вас очень прошу. Я, конечно, все прекрасно понимаю, что кто-то из вас делает первый раз лендинг, и, наверное, действительно, можно сделать вот такое. Но если вы продаете жалюзи, если вы продаете аэрографию, если вы продаете изделия из искусственного камня, если вы продаете фотокабину или что-то еще, пожалуйста, сделайте просто фотографию фотокабины. Вы не поверите, но это вам придаст очень большое количество... просто конверсий, то есть заявок станет просто тупо больше.